فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители мы с вами продолжаем нашу передачу посвященную Фатиме Захры саламу алейха и хотелось бы представить нашего гостя шейх Курбан шейх Курбан салам алейкум ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته шейх Курбан мы с вами говорили на протяжении нескольких передач о той роли, которую оказала Фатима Захра саламу алейха. И на последней передаче мы решили все-таки упомянуть некоторые моменты касаемо жизни Фатимы Захры, где мы замечаем, скажем так, ее какие-то нравственные качества, ее богослужение и то, как она была связана с Всевышним Аллахом, что в одном из хадисов говорится, что Аллах гневается гневом Фатимы, Фатима и радуется и доволен довольством Фатимы. Мы сказали, что это указывает в первую очередь на непорочность этой великой женщины и то, что она входит в число тех, о которых Всевышний Аллах сказал, что о те, которые уверовали и совершали праведные поступки и деяния. И мы сказали, что Фатима Захра является одним из этих людей, то есть одной из этих людей. Прошу прощения. Вот. И хотелось бы, естественно, продолжить эту тему. Есть ли еще что добавить относительно роли ее светлости Фатимы Захры саламу алейха? Прошу вас. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва ху хайру насирин, ва муин, ва салату ва саламу аля сейдил анбияи вал мурсалин, ва аля алихи тайбина тахирин аль маасумин, ва ланату даимату аля адаихи маджмаин, иля киями яумиддин. Я приветствую, прежде всего, дорогих телезрителей Ади ТВ-3. Мы до сих пор говорили о величии и возвышенности духа ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха. Духа, которая, ее возвышенности духа, которая сыграет в человеческой истории и играет на данный момент в человеческой истории одну из решающих ролей, одну из значительных и решающих ролей. И в связи с этим мы вспомнили о той любви к ее светлости Фатиме Захры, саламулла алейха, которая, несмотря на то, что про нее, про ее, очень многие люди на самом деле про нее, про ее биографию, про ее жизненный путь довольно-таки мало знают. Многие люди не смогут ее отделить от многих личностей того времени. Многих других личностей того времени, ее светлость, не смогут сказать какие-то действия, какие-то события, связанные с ее светлостью, какие-то действия со стороны ее светлости Фатимы Захры саламулла алейха. То есть они, несмотря на это, какая-то невероятная и удивительнейшая любовь имеется у этих людей к ее светлости Фатимы Захры саламулла алейха. То есть это удивительно, то есть особенности с учетом того взгляда на историю человечества, о котором мы говорили, материалистического и академического взгляда на человеческую историю, не коранического, не исламского взгляда, а того академического и материального взгляда на человеческую историю, это невозможно никак объяснить. Эту любовь и это чувство, эта привязанность к ее светлости Фатиме Захры, саламулла алейха, огромного количества людей каким-либо образом объяснить невозможно.
И это объясняется исключительно другим взглядом на человеческую историю. Исламским, кораническим, где решающую роль, важнейшую роль в этой истории, в человеческой истории, в человеческом обществе, Коран и Ислам придает именно духу, а не материи. Не материальным событиям, а духовным событиям. И с этой точки зрения мы можем легко объяснить ту любовь к ее светлости Фатиме Захре, саламу алейха, которую испытывают люди, которая проникла в сердца людей. Очень много, вот я приведу один пример, один из ученых, один из суннитских ученых в Ираке. Эта история рассказана одним из шиитских ученых, который дискутировал с этим суннитским ученым. Угу. Он рассказывал, что мы очень долгое время с ним дискутировали на тему имамата, на тему вилаята и так далее. Очень долго я приводил доводы, доказательства из их, из суннитских книг и пытался его переубедить, но ничего не действовало. И я уже потерял, он говорил, что я уже потерял надежду, я уже потерял веру в то, что я хоть как-то смогу этими доводами, неопровержимыми доводами, из Корана, из Сунны, причем Сунны суннитские, Сунны, которые принимают сами сунниты, суннитские ученые, что я потерял веру, что я смогу повлиять на него через эти доводы, и стал молить Бога о том, чтобы он мне помог в этом деле. И в этот вечер я увидел во сне, мне подсказали во сне, сказали, поговори с ним о Фатиме, саламу алейха. Суннитский ученый, который не принял ни один хадис из Сахи Бухари, Сахи Муслима, из других Сунан Тирмизи, Сунан Абу Давуд, ничего не принял. И этот шиитский ученый молил Бога, чтобы он ему помог. Помог наставить этого человека, наставить этого суннитского ученого на верный путь. И ему во сне подсказывают, говорят, поговори с ним о Фатиме, саламу алейха. И он на следующий день встречается с ним и говорит, а почему Фатима была похоронена ночью? И все. Это был последний момент их дискуссии. На этом дискуссия заканчивается. И это любовь, и это чувство, это невероятное влияние ее светлости Фатиме Захре, саламу алейха, на сердца людей оказывает свое воздействие. Здесь то мы воздействие... понимаем те слова, которые мы с вами до этого обсуждали, что она действительно является именно хранительницей света Аллаха. И если кто-то хоть на шаг, скажем так, подойдет к этому свету, к этому хранилищу, то обязательно этот свет окутает его. Проникнет в его сердце. Проникнет в его сердце, да. То есть таких примеров огромное множество. И со временем эта любовь к ее святости Фатиме Захре, саламу алейха, в человеческой истории будет играть все больше и больше и значительнейшую роль. И исход человеческой истории в значительной степени зависит и от этой любви. Двигателем человеческой истории в значительной степени является ее светлость Фатиме Захре, саламу алейха. Любовь к ее светлости Фатиме Захре, саламу алейха. Как мы привели на примере Ирано-Иракской войны. Потому что это была война правды и неправды. Агрессора и защищающегося. Была война угнетателя и угнетенного. Где угнетенным был Саддам со своей армией, со своей партией. И угнетенными был Иран, были иранцы. И здесь мы видим торжество в каком-то смысле, торжество угнетенного над угнетающим. И это торжество двигается любовью к ее светлости Фатиме Захре, саламу алейха. Сами изучите тоже самостоятельно, то есть посмотрите, поинтересуйтесь, и вы обнаружите, что именно те люди, которые сражались, те добровольцы, те ополченцы, которые сражались со стороны Ирана, их вдохновляла, ими двигала именно любовь в первую очередь к ее светлости Фатиме Захре, саламу алейха. К сожалению, мы, видите, мы столько с вами обсуждали, говорили о том духовном воздействии, да, которое оказывает Фатима Захра, ее дух, ее школа. Но, к сожалению, мы люди привыкли видеть что-то вот именно материальное, да, какие-то материальные события, какие-то события, которые относятся к каким-то нравственным качествам этой женщины. Но на самом деле есть более важные цели, которые, скажем так, переживает школа Фатимы Захры и оказывает свое
влияние, да, на это мироздание, на эти события, которые происходят, окружают нас. Но мы, к сожалению, никогда не замечаем их и не обращаем на эти события внимания. С чем это связано, шейх Курбан? Почему именно так? Почему мы не замечаем именно тех, скажем так, влияний, да, духовных, которые оказывает эта великая женщина? Это отдаленность, это на самом деле следствие отдаленности от истинного единобожия. То есть тогда, когда мир человечества окутывает тьма, эта тьма отдаляет человечество от единобожия. И отдаляясь от единобожия, человек воспринимает окружающий мир в искаженном виде, понимает мир совершенно не таким, каким он есть на самом деле. Видит мир не тем, каким он есть. В этом мире, в мире реальном, окружающем нас, и спасением, и прибежищем для человека является только Аллах и его свет, свет Аллаха. И все остальное, оно, как сам говорит Всевышний в Священном Коране, не способно ни принести ни пользу, ни вред. Все остальное. И что мы видим в этой тьме, когда этот мир и человеческое общество окутывается тьмой? Тьмой, которая окутывает человечество тагут. «Валядина кефару алияхума тагут юхриджунахум мина нури иля зульмат». Чем занимается тагут? Тагут окутывает этот мир своей тьмой. И одним из следствий этой тьмы, зульматун ба'духа фаука ба'd, этих слоев тьмы, одним из следствий является то, что человек видит окружающий мир, окружающее бытие и окружающую действительность в искаженном виде и придает вещам те свойства и качества, которыми эти вещи не обладают. Придает особые свойства вещам, которыми не обладают эти вещи. Это многобожие. Многобожие таково-то, это особенность многобожия, придает материальным вещам свойства Бога влиять, приносить пользу, приносить вред. То есть нас интересует больше оболочка, нежели внутренняя сторона, да, той или иной вещи. Не только оболочка, еще искажается, то есть коренным образом понимание и взор, и взгляд на окружающий мир и на его понимание коренным образом искажается. И поэтому я ранее говорил и неоднократно повторил, я думаю, будет не лишним еще раз повторить об этом, что урок из этого, из всей этой истории, потому что это все уроки, это все ибра, это все урок, это все то, что может принести, усваивание чего может принести нам пользу в нашей практической жизни, понимание в том числе и сути ее светлости Фатимы Захры, саламуллаху алейха. И этот урок заключается в том, что мы должны акцентировать и уделять особое внимание духовной составляющей нашей жизни. Потому что именно эта духовная составляющая играет важнейшую роль во всех аспектах нашей жизни, во всех сферах нашей жизни. Если мы оставляем в стороне эту духовную часть, связь с Богом, общение с Богом, приближение к Богу, самоочищение, самоконтроль, если мы эти моменты оставляем, то какие бы мы действия ни совершали, насколько бы мы глобальные изменения в мире не производили, какими глобальными и масштабными событиями мы не были бы заняты, наши усилия будут тщетны, наши усилия будут без плодов, они не будут иметь плодов. Когда мы говорим о плодах, Священный Коран плоды связывает с ее светлостью Фатимой Захры, саламуллаху алейха. Обратите внимание, «Инна атайнака аль-каусар» – «Мы даровали тебе изобилие». Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы даровали тебе изобилие. И когда Всевышний спаслал этот аят, все совершенно единогласны в том, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, высмеивались за отсутствие у него сына. Но Всевышний говорит, о каком сыне идет речь? «Инна атайнакаль каусар» – «Мы даровали тебе изобилие», коим является ее светлость Фатима Зухра, саламуллаху алейхи. Изобилие в ней. В ней заключено изобилие. Почему? Потому что это возвышенность духа, это величие духа, это приближенность к Богу. Оно дает плоды. Именно эта приближенность и величие духа, самоочищенность, чистота, целомудрие и так далее, все эти, все это дает, эта чистота духа дает плоды. Не материальные какие-то события, куда-то поехал, с кем-то поговорил, что-то перенес, что-то перето.
не это дает настоящие плоды. Угу. Плоды исходят именно из духовной составляющей наших действий. Если мы совершаем какое-либо действие, благое действие, если мы стараемся на благо своей семьи, стараемся зарабатывать, и, чтобы прокормить свою семью, то всегда нужно заботиться о том, чтобы эти действия, точно так же, как и все наши действия в нашей жизни, были подкреплены духовной составляющей, намерениями, чтобы за всем этим стояло нечто духовное, нечто связанное с Богом. В противном случае все это тщетно, все это ничего, кроме вреда, нам не может принести. И это урок, который мы можем из этого извлечь, из истории ее святости Фатимы Захры Саламулла Алия, и из того невероятнейшего влияния, невероятной роли в истории человечества. Угу. Она не захватывала территории целых континентов, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон или еще какие-то другие деятели, о которых так много написано в истории. Но ее роль несравнима велика с ролями всех их вместе взятых. Она решает, ее роль играет решающую роль, решающую значимость в исходе человеческой истории. Да. Поэтому это одна составляющая, но это один важный момент, даже более того, важнейший момент в понимании ее светлости Фатимы Захры, саламулла алейха. Но здесь можно коснуться некоторых других вопросов. Я, к сожалению, не знаю, стоит ли начинать этот вопрос, сколько у нас времени осталось. Я думаю, что если хотите, мы можем закончить, если ваша последующая речь она будет содержательной и будет нуждаться в определенном количестве времени. Лучше тогда мы закончим и уже, думаю, на следующей передаче продолжим наше обсуждение. Да, то есть после его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его светлость ушел из жизни, произошли какие-то определенные события, то есть это уже то, что может заметить, то, что может наблюдать, то, что может понять история, то, что доступно в том числе и пониманию истории. Ну, конечно, эту историю мы так или иначе, те события, которые произошли после его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, да. И понимание которых тоже имеет важное значение для понимания ее святости Фатимы Захры, саламулла алейха. Эту историю также мы, конечно, нам необходимо пропустить через призму священного Корана и учения ислама, и священной сунны, и посмотреть, как мы должны к этим событиям, к этим историческим событиям, которые произошли после кончины его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы должны к этим событиям относиться с точки зрения священного Корана и священной сунны. Но опять-таки этот вопрос нуждается в раскрытии, нуждается в том, чтобы разобрать ее детально, и с позволения Бога мы, иншаллах, тогда иншаллах, разберем. Ну, думаю, что мы самые главные моменты с вами обсудили, самые основные, так как вы знаете, что уже можно сказать, если не ошибаюсь, это уже 14-я передача, и наши передачи будут именно, скажем так, ограничены, как всегда, да, то есть мы ограничили эти передачи на 20 передач, вот, в связи с Айямой Фатимия. Ну, иншаллах, я думаю, что последующие 6 передач вы нам как раз разъясните те вопросы, которые относятся именно к Фатиме Захры после смерти посланника Аллаха, и как случилось, что случилось то, что случилось, как говорится. И хотелось бы еще, конечно же, услышать, чтобы вы рассказали именно о тех событиях, которые именно происходили до того, как она покинула эту жизнь. Спасибо вам большое, шейх Курбан. Мы с вами продолжим на следующей передаче. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Я думаю, что эти передачи вам пойдут на пользу. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он наставил нас на истинный путь, на путь Фатимы Захры, которая является светом Аллаха, хранилищем света Аллаха. Я с вами прощаюсь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.